Доброе время всем нашим участникам. Доброе время всем слушателям нашего удивительного проекта «Восток-Запад». В этот прекрасный день я сердечно хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, с наступающими новогодними праздниками, Рождеством, Старым Новым годом, Крещением. Желаю счастья в Новом году. Ну, пусть это счастье будет ваше индивидуальное, уникальное. Желаю успеха в Новом году. Желаю исполнения намерений. И тоже пусть эти намерения будут ваши необычные, удивительные, которые вы строите для себя и которые изменят вашу жизнь к лучшему. Желаю свершения задуманного. Будьте смелее. Стройте смелые планы. Не бойтесь мечтать. Идите неведомыми дорогами. Не ходите там, где уже прошли люди. Не ходите строем, ходите поодиночке. Открывайте новое. Будьте смелыми, будьте настойчивыми. Ибо новое никогда не дается легко. Но только в новом есть цена. В каждом из нас живет мудрость вселенская. И в каждом из нас живет божественным началом. Ни нам не нужны никакие проводники, нам не нужны никакие атрибуты для осуществления задуманного. Нам нужно только наше истинное желание, истинное намерение. И оно обязательно приведет вас к той заветной двери, за которой открывается новая жизнь, открываются новые возможности. Открывается то, о чем вы мечтали. Мечтайте сегодня, потому что завтра ваша мечта может стать реальностью. Еще я вам желаю, чтобы хватило сил и энергии дойти до этой двери. Иногда нам не хватает сил, чтобы сделать каких-то оставшихся пару шагов. Так вот, пусть вот эти силы нас не покидают на нашем пути, потому что когда мы идем к истинной цели, когда мы идем к осуществлению нашего задуманного, то вся Вселенная, все пространство, оно помогает нам. Используйте эту поддержку извне, не отрицайте ее. Умейте ее чувствовать и умейте видеть. И будьте благодарны за все, что дает нам эта жизнь. С Новым годом, с новым счастьем, с наступающими праздниками, любви, мира, света и вдохновения в ваши сердца, в ваши дома. С любовью к вам, Наталья Арсенян.